Это уже не очень весело. Да, главное, что вон... Тот большой, только спокойный. Спокойно, спокойно, Тузик. Да, мы знаем, что ты злой. Да. Ты здесь полностью контролируешь его. Ты полностью контролируешь территорию, Тузик. Успокойся. Вообще прикольно. Смотри, вот он все скупает. Да? Видишь? Где? Вот эти деревья, такой, как кабачок наверху. Ага. Это папайя. Вот эти? Вот эти вот торчат, да, которые? Угу. Торчат, но там большие такие крупные. Там, а вон у них там целый этот огород какой. Папаевский огород. Так, посмотрим, что тут на заправке. Есть ли здесь вода? В нашей деревне вода дефицит. А здесь вообще ничего нет. Чисто заправка, ага. Да. Пойдем. Обломчик. А на сколько еще воды осталось? Вот тут мойка есть. Литра три. До завтра нам точно хватит тогда. Деревня, деревня, а мойка есть в нашей деревушке-то. И заправка есть. И красивые закаты есть. Ниже. Да. Ну пойдем, погуляем. Как хочешь. Но все равно разница, нет куда идти. А, вон-то? Ага. Если мы туда пойдем, мы тогда с той стороны придем. Пойдем. По низу придем, в крайнем случае. Очень большое количество комаров здесь кружится. У нас умный хозяин, дом который... кого мы снимаем, где живем. Вот он на окнах поставил такие грамотные штуки, как марля, только не сетка, да, такая профессиональная. Ее можно отодвигать, можно сдвигать, то есть очень хороший такой маневр. Вот, и на ночь можно окно открывать, потому что, в принципе, не холодно, жарко. Вот, на ночь окно открываешь, но при этом ничего не залетает. Вечер. Смотри, сколько травы погорело. Угу. Ну, сейчас после дождей будет новый раз. Да, дожди здесь были 110 метров в секунду. 110 же он говорил, да? 120. 120 даже, 120 метров в секунду здесь. Ветер был. Вот ночью все летало, все, что на этих, на балконах. И на крыше. Чем ближе мы подходим, чем чаще ее, так. Тем чаще ее лай. Я надеюсь, становится. Что она там привязана. Там серьезный такой пес. Uh-huh. Аккуратно. Что ты там такое охраняешь? Кукурузу охраняет. Самое интересное, что он спокойно может сюда пробежать. Мне кажется, он на цепи. Нет, он не на цепи. Да? А, ну да, на цепи. Я надеюсь, что он на цепи. Будем иметь маленькую надежду, что он все-таки на цепи.
Иначе бы он давно уже дернулся бы, наверное, в нашу сторону. Вот здесь вот, видите, вот эти вот плантации. Их покромсало слегка. Ну, это, кстати, нормально, потому что они то, что по телевизору показывают сейчас, вот после этих дождей, средства массовой информации местные, канарские, передают. Вон здесь. Нет, здесь нормально. Ну, чуть-чуть есть. Ну, как вон, да, да, вон там, видишь, вон смотри. Ага, вот эти вот такие, ветер порвал в некоторых местах. Но так, в общем-то, все нормально выглядит. То есть нету таких, каких-то большой катастрофы такой нет. Здесь крепкие вот эти избиты. Потому что, видишь, они прям туда. Вот бетон туда, щит. Это трос. Угу. Главное, что самолеты не поддувало. Ну да. Ранчо. А нет, Санчо. Санчо. Рент-а-кар. Ну. Можно машину снять. Интересно. Санчо Ранчо. Машину можно снять? Да. Вон ту. Вон тот, видишь, стоит аппарат. Или вот этот кузов. Да? Ага. Вода проходит. Эти комары невозможно. Они из-за того, что тут такая сейчас сырость, тем более ветер. Вот это пошел дождь, хоть дождь, поэтому такая сырая на земля. Угу. Ранчо Санчо Панчо. Да, интересная деревушечка. Потихоньку приближаемся к очередной заправке. Есть магазин? О. Отлично. О, вот здесь, видишь, смотри, вот здесь сорвало. Или они такие были открытыми? Вот мне кажется, тут сорвало, потому что они обычно закрытые у них. Может, тут такое еще. А может быть это, да, может это не сезонное еще, да. Ага, да, да, да. Здесь не, что-то такое странное происходит. Здесь такая с магазина. Дискотеки тут местные. Вода есть, но маленькая. Такой большой нету здесь. А, вон есть большая вода. О. Вот водичка есть. 2 евро. Такая. Так, мы можем сюда прийти с рюкзаком. Можем сейчас ее взять и таскать с собой. В общем, у нас еще 3 литра есть воды, если что. 3 литра нам на сегодня точно хватит. Да. Да-да. Эй! Спроси на всякий случай, до скольки работает собака? You are open all the time? Open all the time? 24 hours. Ah, okay, good. Thank you. Ну вот и все нормально, узнали заправочку. В крайнем случае можно сюда за водой приходить. Да, бензином здесь пахнет. Притом здесь классно пахнет бензином. Ага. А, о, здесь кафе есть. Нормально-с, нормально-с. Не все так плохо.
Значит, у нас деревня не две кафе, а три. Правда, это от деревни чуть-чуть на расстоянии стоит. Именно в самой деревне у нас только две кафешки. Так, я думаю, давай лучше поверху пойдем. Потому что, во-первых, здесь уже туда конец, там ничего не будет. А у нас наверху, да, там более интересно. И там еще этот кафешечка есть, можно заглянуть. Так что, друзья, пойдем обратно, пока буду выключаться, сели в экономию батареи. Такая вот у нас деревушка, называется Отого. Находимся на Канарских островах. Этот остров Тенерифе называется. Испания. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.